Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Максима Ильяхова «Пиши, сокращай. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и придавить колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Правдивая информация. Людям свойственно приукрашать свои достоинства. Создавая резюме, соискатель нередко прибегает к небольшим уловкам для правильного впечатления. То же касается рекламных статей. Читатель инстинктивно ощущает ложь. Подбор эффектных слов для сокрытия правды – ошибка. Смысловая нагрузка. Сложность речи с витиеватыми оборотами подходит для художественных произведений. Писатели призывают делать акцент на смысловом контексте, а не на красочных описаниях. Факт номер три. Талант упрощать. Один из основных принципов оценки по главреду – простота изложения. Профессиональный автор способен описать сложные вещи понятным языком. Поменяться местами. Перед тем, как начать писать, нужно поставить себя на место читателя. Что он хочет узнать? В чем польза? Независимо от стилистики, рассказ должен отвечать на вопросы. Факт номер пять. Чтение вслух. Проверить понятность изложения можно, зачитав его вслух. Таким образом становится ясно, есть ли перегруженные конструкции и непонятные моменты. Плохо звучащие фразы необходимо исправить. Примеры и сравнения. Увлечь читателя можно реальными примерами из жизни. Они привлекают внимание, дают возможность показать преимущества товара, услуги на практике. Яркий заголовок. В книге приводятся примеры удачных и посредственных статей. Авторы подчеркивают, что хороший заголовок играет решающую роль, гарантирует 90% успеха. Его основная задача – заинтересовать. Восьмой факт. Индуктивный метод. От частности к общему, объяснять сложные понятия необходимо пошагово. Рассказ должен начинаться конструктивными тезисами, раскрывающими простые истины, и перетекать в обобщение фактов. Решение проблем. Никто не читает просто так. Авторы неоднократно подчеркивают, что текст должен быть полезным. Выгоды лучше ставить в первой половине статьи. Десятый факт – уважительное отношение. Рассказ должен быть дружественным и уважительным. Общаться с аудиторией нужно на равных. Пренебрежительный, высокомерный тон отталкивает. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Пиши, сокращай» и подкаст с детальным разбором книги. Подписывайтесь на канал, давите на колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».